Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. В этом видео я хочу с вами поделиться советом, который пригодится многим, в особенности людям пожилого возраста, потому что в основном жалобы идут от пожилых людей. Это проблема с болями в суставах. Тем более сейчас садогородный сезон. И чтобы не мучиться от боли, я бы вам посоветовала все-таки использовать в качестве такого растирающего средства, тем более после хороших дачных вот этих вот процедур, когда вы на даче отдохнули, посадили цветочки, поковырялись в огороде, попололи грядки, но вечером будут болеть суставчики. Равно это у нас будет, потому что нагрузка все равно идет. Поэтому я вам советую, обязательно приобретите в аптеке очень хороший бальзам. Я его не рекламирую. Это действительно вещь очень уникальная, и она хорошо помогает благодаря тому, что содержит хорошие экстракты трав. Это живокост со скипидара. Входит в состав сюда экстракт живокоста, скипидар, экстракт сабельника, расторопши. Сюда входит еще дополнительно экстракты прополиса, хондроитид, который способствует улучшению суставной наполняющей жидкости, которая способствует двигательной системе, масло найоли, масло майрана, масло сосны, витамин Е, экстракт адамового корня, ментол и расторопши. Ментол хорошо охлаждает, расторопши снимает боль, воспалительный процесс. И вообще сам скипидар, он проникает внутрь и снимает воспаление в суставе. То есть любые нагрузки, которые происходят в суставе, они снижаются. И вы легче себя чувствуете. У вас на утро не болят суставчики, не ломит ноги. Все равно на даче очень много движений и нагрузок идет на суставы. Обязательно пользуйтесь вот такими средствами, потому что они облегчают ваше состояние. И нет такой нагрузки. Хорошее средство стоит недорого, продается в любой аптеке. Купите его. Живокост со скипидаром. Я советую. Почему? Потому что сама много лет им пользуюсь. Хоть я и человек еще не с такими проблемами, где болят сильно суставы, но я стараюсь свои суставы все-таки беречь, потому что все равно воспалительные процессы рано или поздно начнутся. И все время, особенно после дачных процедур, я смазываю обязательно суставчики пальцев, потому что когда мы много работаем с лопатой, там, с какими-то инструментами, здесь все равно суставчики начинают болеть. Смазываю локти, смазываю колени и обязательно спину. И это очень хорошо снимает вот эту нагрузку на нашу костную систему. В аптеке он стоит недорого, намного дешевле даже тех гелей обезболивающих, которые нам рекламируют, намного дешевле и работает намного лучше. Вот таким вот советом хотела с вами поделиться в время дачного сезона. Всем желаю хорошего урожая и хорошего настроения. Отдыхайте на даче с удовольствием. Ну а с вами прощаюсь. Пока!